В Республиканском центре инфекционных болезней делают капитальный ремонт уже на стадии завершения работы в приемном покое. Здесь для удобства больных установили итальянский лифт и отремонтировали помещение. Также обновилось отделение реанимации, заменили все окна и двери с пластиковых на алюминиевые. Все это в целях пожарной безопасности. В отделении поменяли планировку палат и изменили угол дверных проемов, чтобы было удобнее перемещать пациентов на каталках. Открыть новое помещение планируют на следующей неделе. Пока было снижение заболеваемости, мы успели здесь ремонт сделать. А также у нас есть второе крыло, где ремонт уже произведен, пройдены там кислород, кислородные точки, поставили консоли на каждой кровати. Ну, оно полным ходом работает, принимает больных. У нас сейчас во всей больнице идет капитальный ремонт вот всего этого первого этажа нейроинфекции. Заменяются 7 лифтов полностью, начиная с шахты, ремонта шахты, заканчивая всем оборудованием и так далее. И мы сделали, более перепрофилировали здание под ковид.